17 марта на мосту через Трубеж будет ограничено движение транспорта с закрытием левой стороны по направлению сборок в сторону центра и с организацией движения по правой стороне. Планируется, что срок ремонта составит не менее 4 месяцев, после чего движение будет организовано по левой стороне в сторону центра. На время ремонта здесь будут установлены информационные щиты и знаки. Ремонт данного сооружения настал достаточно давно. С 2018 года на данном объекте наблюдали систематически проблемы с покрытием по проезжей части, соответственно, с протечками. И основная проблема, как выяснилось, стала тротуар правой стороны моста. В 2019 году выполнялись работы, насколько помните, по ликвидации аварийной ситуации, когда правая сторона моста, тротуара, он частично обрушился. То есть были выполнены необходимые меры для обеспечения пешеходного движения, но часть из этих мер являлись временными. В списке наиважнейших для ремонта дорог Рязани мост через Трубеж второй, и это выбор самих рязанцев. Так они проголосовали на портале «Наш дом». В 2019 же году параллельно с аварийно-восстановительными работами мы разработали проектную документацию для того, чтобы привести данное искусственное сооружение к нормативному состоянию. И сейчас в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» мы это сделаем. То есть на объекте, как вы видите, начались активные фазы ремонта. Движение будет организовано по временной схеме, то есть две полосы у нас будут идти по направлению в город, и одна полоса будет из города. Мы понимаем, что это тяжело, трудно и неприятно. Тут просим понять и приносим свои извинения заранее за причиненные неудобства. По проектным решениям 4 месяца отводится на ремонт каждой из сторон. Планируется, что работы завершатся 1 ноября 2021 года. По завершению ремонта по направлению в город должно появиться 3 полноценных полосы движения на проезжей части и 2 полосы движения останутся по направлению из города. Олеся Котровская, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».